Лимончики мои, это самые вкусные маринованные томаты на зиму. Я их делаю уже более 20 лет. Подготавливаем помидоры, лук, чеснок чистим, перец, листья смородины, укроп. Стерилизуем банки и крышки. Укладываем в банки чеснок, лук, листья смородины, сладкий перец, зонтики укропа. Плотно укладываем помидоры. Заливаем кипятком на 10 минут. Сливаем. В банку добавляем гвоздику, черный перец, перец душистый, лимонную кислоту, соль, сахар, уксус 70%. Заливаем кипятком. Закрываем. Готово!